Осторожно и не смело. Выпуск диких лошадей на волю – процесс волнительный, но абсолютно уникальный. Красивое зрелище, они очень осторожно выходили. Если первый, когда был Владимир Владимирович, вышли прямо вот... Выбежали буквально за ним, то здесь это было сначала непросто. Но все равно они вышли и пошли. За нами не угонится сейчас ни один проект мира. Второй раз Оренбургский заповедник совершил управляемый выпуск лошадей. Первый раз это было в прошлом году, впервые в мире мы это сделали. Но это можно было бы считать случайностью, если бы у нас это не получилось сегодня. Напомним, специально для восстановления вида, полностью исчезнувшего в дикой природе, здесь создан центр реинтродукции на территории почти 17 тысяч гектаров. Это комплекс загонов для выпаса на естественных пастбищах и зона для акклиматизации. Как поясняют специалисты, для нормального воспроизведения популяции нужно не менее 30 основателей разных племенных линий. При этом важно, что животные должны быть выращены не в зоопарках, а в полурезервациях. В случае успеха к 2030 году в Оренбургском заповеднике будут обитать порядка 150 особей уникальной лошади Пржевальского.